Как правильно формировать намерение? Формировать намерение можно следующим образом. Просто захотеть что-то иметь в своей жизни. Можно на самом деле погрузиться в то, чтобы определить себе, это мое истинное желание или, возможно, оно пришло откуда-то извне. Когда вы определяете свое истинное желание, вы своей интуицией начинаете лавировать, прислушиваться и понимать, что действительно я этого хочу, вы начинаете своим сознательным разумом выбирать все самое лучшее, исходя из своей очень яркой, сильной, самодостаточной части, и вы начинаете опираться на то, что вы действительно можете по отношению к вашему намерению проявить действие. Мало только чувствовать, мало только думать. Необходимо ваши мысли и ваши чувства соединить в действиях. Такие действия могут быть абсолютно разные. К примеру, если вы хотите найти себе партнера, то это не означает, что вы сидите на месте и ждете, что он придет сам. Начните по-доброму относиться к людям, начните смотреть на других людей как на душу, начните чувствовать, что между людьми существует очень сильная плотная энергия, и мы действительно все всех чувствуем. Начните выходить на эту волну, потому что это очень легко и безопасно. То есть намерение в голом виде, оно не материализуется, оно материализуется только когда есть внутреннее согласие. Внутреннее согласие вашей интуиции, внутреннее согласие вашего ума и внутренняя готовность действовать и маленькие действия выполнять для материализации. Тогда ваше намерение начинает становиться мощным и сильным и реализуется очень быстро в реальности.